Привет всем! Сегодня 16 сентября. Я выехал на очередную рыбалку в район Косы, вернее за Косу, между Телегульскими дачами и селом Широкое. И кажется, я сегодня первый раз выехал вовремя и ничего не забыл. Сейчас время 6 часов 36 минут 37. Я качаю лодку на воде. Уже две лодки есть. Если видно, солнце еще не зашло, но пытается. Вот. Кажется, лодки я не дотянул. Там вот где-то. Так что я качаю лодку. О, кажется, уже перекачал. Ладно. Все, ребята. На якорь вышел на воду. Проверил камеру. Включил камеру. Микрофон вот еще поправлю. Так, ну с какой мы начнем? Где у меня тут что есть? Так, ну вот. Взял арсенал цельный, прицельный. Сейчас сделаем первый заброс. Сначала сделаем. Наживка все та же с прошлого раза. Осталось кальмар, рычок. Там впереди меня, оказывается, стоят. Ну, что-то я клёво пока не ощущаю. Наверное, близко я встал. Или не дошел. От солнца отвернемся. Пока ветра сильного нет. Якорь по борту цепляю. Веслу. Так, что-то и тут нет ничего. Что-то и тут у меня как-то все глухо. Что-то, блин. Вот, кажется, что-то при... Тихо. Так, ну что, нужна посуда. Так, выкладываем, выставляем. Так, итак, начали. 6 минут или 7 минут 8-го. Первое. Клёво нет. Вот как позавчера было, когда я только встал на воду. Ох, 20 минут это сплошное счастье. С двух рук на два крючка. Да вы шо? Еще есть вот это. Не медлил. А, ну, тут. Ух ты, японский городовой. Тихо. Ну, не гигант.
тоже рыба. Вот так вот. Ну, может, что-то подошло. Посмотрим. Второй через 4 минуты после первого. Ну ладно. Ну, будем ловить. Может быть, сместимся еще немножко. Тишина. Сплошная. Что-то я не уверен, что сегодня у меня будет супер рыбалка. Ну что? Кого-нибудь приманим. Чувствую, что у нас сегодня такое впечатление, что он не голодный, жрать не хочет. Тяжеловата эта удочка. Надо что-то ударил один раз, что сожрал всего. Вот ее. Да, блин, съедает. Тут поводки. Это не есть хорошо. Так, кальмарчик цепляем. Вот и опускаем. Вот и опускаем. Опускаем и вот сюда. И его сюда. Что-то у нас так оно крутится как-то не ахти. А вот ты, блин, кальмарчика ему подавай теперь. Так, тихо. Ай, японский городовой. Блин, подлюка ты. Третий заставил меня кровь пустить. Чё тут, блин? Да, ё, красоты. Ой, блин, я его в свободное плавание отпустил. Ну вот, вот он пришел. Тихо. Так, четвертый. Ну чё? Так, хорошо. Мне третий дался нелегко. Так. Ладно. Так. Вот он. Тихо, ребят. А то вы меня калекой сделаете. Два, три, четыре, а, пять, да? Не четыре у нас, пять.
Ну что, будем ждать. Так, что-то мы привлекли. О, причем привлекли на кальмарчика. Значит, вот это наш шестой. Значит, привлекли мы его. Где народ? Народ ближе подошел к берегу. Значит, нам надо ближе подойти. Я так считаю, что надо подойти чуть ближе. Ошибся, что у нас никаких поклевок. Вот он. Ух ты, какой красавец. Тихо, 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 тихо. Мусора, правда, здесь. Но... Отличный, отличный седьмой. Седьмой просто супер. Просто супер. Так. Блин. Не знаю я. Что-то мне сегодня так рыбалка наша оптимизма не добавляет. Опа-на! Вот видите. Пришел. Ох, тоже неплохой такой пацан. Блин, на два. Охренеть. Аж на два крючка. Это основное, это страхующий, да? Я понял. Та-ти-да. Так. Вот так, хорошо. Сошел, блин. Не... Что-то вы крючки тупые, блин. И запутались. Ну ладно, раз ты пришел, то, парень, уже не уходи, жди своей. Вот он, ты, вторую попытку. Ага, я знаю, что не уходишь. Ты такой хлопец, там где потерял, там и будешь искать. Та-на-на. Та-ти-на. Та-на-на-на. Вот с этого борта у нас лучше, как-то быстрее, ну. Не такой крупненькой. Давай поменяем диспозицию. Ох. И тут, и там. Как-то у меня тут пошло. О, тут, наверное, сошел. Ах ты, хорош ты, паразит. Ох, хорош паразит. Ах, да блин, куда ж ты его заглотил? Блин, мне тебя жалко калечить. Ну ты же его... Ой, блин. Ну просто слоны, а не бычки. Так.
Просто слоны. Так, а что у меня там плавает, не плавает или сошел? Блин, не успеваешь. Сошел, наверное. Так, надо... А, нет. Вроде как есть. А, не, сошел. Сошел. Тут... Ну, за двумя зайцами, как говорится. Хотя раньше было и за двумя, и за тремя. Так, ух ты! Что-то я не понял. Или у меня удочка, спиннинг окунулся. Или его кто-то окунул. Ну, хорошо. Что-то я не понял. А ну-ка, давай еще раз. Если что, мы... Перемещаемся туда поближе. Так. Так. Никто пока не подцепился. И тут, и там. Вот так вот. Придется, наверное, нам туда все-таки, наверное, нам придется туда сместиться. Ну, туда мы сейчас, наверное, и сместимся. Видите, я говорю, что в практике в моей такой период был. Что только на одних забросах. Сейчас посмотрим, если здесь ничего не будет. Ветерок усиливается. Юго-западный. Нет, южный. Пока южный. Так. По направлению на ту машину. По диагонали 20 метров. Нам надо сместиться. Ну давай. Сейчас мы вот этим проверим. Давай этим вот. Ты, блин, не добросил? Что-то я... Вот он, я же говорю, блин, надо
Видите, как проброс, так. Тихо. Значит, надо сместиться. Так вот. Видите, как проброс, так хороший клиент. Стоишь, ни хрена, вот на этом месте нет. То есть сейчас вот то же самое сделаем с этой удочкой, с этим спиннингом. Вот туда же бросаем. Бычка, как любого хищника, привлекает шум. Вот. Так. Видите, тут мелкий. Тихо. Я уже не помню, что там. Вот он, блин. Так, надо переместиться немножко туда. Блин, чтобы он меня... Так. Хорошо. Чуть-чуть переместился. Ближе. Ну и тут что-то глухо. Это надо на забросах. Я чувствую, что надо работать с забросами. Ну вот, я же говорю, он, если клюнул и сошел, то он обязательно вернется. Нехороший человек, редиска. А это не человек, это бычок. Вот ее, японский грановой. А этот где? Где, блин? Что он там нам сбил-то? Не, ничего не сбил. Что там, блин-то? Как-то он... Не очень, чтобы очень. И тут... А ты, блин, малек что ли? Малек что ли, блин? Ну вот как-то так. Ребята, сколько у нас тут, Надька? О, уже скоро 8:30. 23 минуты, да? Я не знаю, что там у нас. Что у нас тут? Да, ну, есть что-то. Может быть, десятка два. Но не более. Хотя можем пересчитать. Но боюсь сетку утопить. У меня как только бычок в сетке, она уплывает. Какая-нибудь катаклизма случается. Так, что-то... Что-то еще надо, наверное. Прямо. А, нормальный ты, хлопец.
Так, где у меня баночка? А что на верхних у них хочешь брать? Так, тихо.